Да, Мариночка, ты хотела что-то? Здравствуйте всем. Да, Нелли, я хотела сказать, что я пищу от твоих школ. Я люблю. Неправда, вот как чем. Вот я уже как эту четвертую школу прохожу, да, и оно все тифа и тифа становится, да, и они, правда, они бесценные. Это вообще, это такой кайф, я так люблю это все, да, я даже уже, получается, у меня такие ситуации были, когда я просила Бога изменить это, они изменялись прямо, да. У меня, я ездила, то, что амбулянты флега, я ездила на машине постоянно, и давно у меня такого не было, но бывают штрафы, что езжу, превышаю скорость. И я сказала: «Иисус, измени, я не хочу нового». И правда, нет ничего. Но никогда такого не было, что всегда получаешь через недели две-три, как штраф, да? А тут давно уже и все, молчок, ничего нету. Вау, супер. Я вот даже такие кляни кайт на, а это тоже все равно уже понимаешь, что это все будет, и так классно, я просто очень-очень довольна, да. И это сейчас моя такая большая тема, семья, да, и вообще то, что я там слышу, я вообще этого, как бы сказать, и не знала, да, это для меня открывается, это глаза, да, и это вообще меняет меня все полностью, да, и уже о себе другого, другое, да, отношение к себе, и я вообще, я бега эксперт. Спасибо, спасибо. Ты всегда так говоришь красиво, Мариночка. Прям хочется школу свою посетить. Спасибо огромное, спасибо. Правда. Я не знаю, я вам вот честно от души скажу. Все, вот каждая мелочь вымолена там. Каждая мелочь. И если что-то Бог мне говорить, показывал, я все туда вставляю, буквально все туда вставляю, все, что он говорил мне для меня, да. И есть вещи, в которые мы просто уверовали, и нам надо это осознанно поменять. И чем быстрее мы это осознанно поменяем, тем быстрее начнет наша жизнь разворачиваться. Иисус.